трагическим последствиям привело несоблюдение правил дорожного движения. В результате страшной аварии в самом центре Мурманска погиб человек. Он ехал в моем же направлении. И, видимо, выскочил тот на встречу. Потому что удар, я сначала подумал, что у него колесо выпало. ДТП произошло в ночь субботы на воскресенье напротив гостиницы «Арктика». Лоб в лоб столкнулись две «Тойоты» – «Королла» и «Авенсис». Оба автомобиля неслись на большой скорости. По предварительным данным, один из них выехал на встречную полосу. Водители получили травмы и были госпитализированы. Один из пассажиров погиб. Еще один был обслужен амбулаторно.